Добро пожаловать. А мы продолжаем. Пиратская станция звучала из ваших колонок. Hopefully you enjoy the music. That's the type of music I like. Yes. Горшочек для таких дел надо иметь. Да, как у космонавта надо сразу трубочку. Так. Окей, fine. Что же у нас здесь есть? Откуда мы пришли и куда нужно идти? Что с моим глазом? Вы чешете его мышкой? Подождите, мне кажется, что мы... Да, пришли оттуда, нам нужно туда. That's the way we have to go. Продолжаем, давно уже играет. Ну? С 20.00. Плюс там 20... Плюс 20 минус 20 минут заставок. Как это могло произойти? Заткнись, Вишек. Но теперь у него нет руки. Думать надо было. Я обязательно сообщу о тебе начальству. Кто же это мог сделать? Что там происходит? А я в генераторной. А мы решили разделиться. Хорошо, мадам. Надеюсь, вас все убьют по одному. Разделились они. Огонь. Хорошо выглядит огонь, как настоящий. Каким гелем волосы укладываешь? Вот этим. Привет, Демидрон. А Китман с нами, я не знаю. Должен быть в чате Твича, может быть уже ушел. Зомби Лизер, привет, рад вас видеть. Сударыня. Стрёмно. То есть страшно. Push forward and press X to climb up to the ledge above. Предлагает нам на эту штуку, что ли, залезть? Ух ты. Воу, 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 easy. It's like Tomb Raider. Почти что Лара Крофт. Ну смотрите, а вы говорите, геймплея нету. Надуматься надо было залезть и перепрыгнуть таким образом. Феникс 95, привет. Remember, youth always prevails. Засранка. Уповает на свою молодость. Ничего, мы хоть и мужчина в возрасте, но мы можем еще показать. Показать. Да и при этом женщины не разбегутся, надеюсь. Отвертка. Посмотрите, какая детализированная отвертка. И гаечный ключ. Он прекрасен. Этот отблеск. Этот звук был... Звук того, как он ударился лбом об кирпичную кладку. Ари, яйца не прищеми, мужик. Уже в возрасте. Press X to win. Exactly. Oh my god. What the hell? Oh, tell me more. Все, у нас здесь полукровка. Гермиона Грейнджер, что ли? Welcome, Avis Satano! Welcome to the Brotherhood of Gentlemen. How can I do it? Oh shit! High five! Спасибо! Добро пожаловать в братство джентльменов! Господи, какая у тебя большая пиписька, а у нас здесь. Что с ним делать? What can I do with this thing? Shit! Oh, I'm almost dead. Спасибо большое! Добро пожаловать! Ребята! Очень вовремя вы подписались. Enjoy the world
666. Hype! Sub hype, guys! Gentlemen! Show your hand! When someone subscribes, you should show your hand! Like this! Slap him! How can I do that? Whoa! Обалдеть! Ну видите, он ускакал куда? Аранфобия, привет! Can I kill this bitch? Or should I run? Нам нужно убежать от него или убить его? Как он вообще это сделал? Он был мужчиной, а превратился в демона. Easy! Easy! Покажите этой дворняге, кто здесь. Так, подождите, его надо добить еще. О, shit again! You gotta be kidding me. Так, нашим ребятам тоже досталось вещество. Shit. Roll on. Whoa, whoa! A lot of these guys here. We have to be careful. Морковка, привет. Правильно, давай, пусть шлепают негодника. Подписался в такой момент. По лицу его, по лицу. The second one is down. Так, все. Всех троих убили. Месье, держитесь, я уже вот-вот пришел. Fuck me. Whoa, this is crazy, месье. Что случилось? Один из них убежал. А где нужна твоя пушка? Я палец от оружия, а вы направляетесь туда. Поняла вас. Правильно, слушайся, месье. Да, на крестик надо отжимать, чтобы Ёпрос... Jesus, is this the Gauss gun? Oh my god, this is a very cool gun, I presume. Слушай, это какая-то крутая пушка. Винтовка Гаусс, наверное, или Тесла, Никола Тесла. He's gonna die. He's definitely gonna die, так. Сейчас он всех пожрет, пока я бегу. Сенсорика, привет! Сенсорика, кстати, сегодня у нас достаточно много зрителей, мы можем разыграть то самое. При достижении, например, 20 подписчиков. Ты как? Tell me. I have a friend, he's a DJ, and he publishes new CD with music, with cool music, and if we reach 20 subscribers tonight, we gotta definitely send the city to someone of our subscribers. Repeat, I've lost the mark. Я потерял его, я повторяю, я потерял. Ты твою мать, ну как ты мог потерять его? С такой пушкой, я думал, сейчас мы постреляем нормально. С таким графоном должно все разлетаться. А, Jesus. А, нам дали второй шанс. Слушайте, нам дали второй шанс. Мы были должны. Денрус, твою мать, что с тобой происходит? Мы должны были, надо вот так говорить. Должны были, они были должны. Кому мы были должны? Мы никому не должны. Мы были должны убить его. Должны были убить его. Должны. Fuck. How can I get him? He's too fast for me. I'm an old man with a heavy weaponry. We need to press forward. Давай, да, нужно подождать. Сэндвич, ну он просто медлительный. Что ты выспал, Миша? He's just too fast. Oh, I guess that's the time where we can. No, fuck, mademoiselle. Oh, you're dead, mademoiselle. Oh, my bad.
My bad, I could not aim perfectly. I'm so sorry. О, слава богу, сейф хороший, сейф хороший. Come on! What the fuck? Let's try again. Говорят, эта игра проходит за 5 часов, но я что-то не уверен. Не в нашем случае. Пушка вообще стреляет или нет? Alright! High five! That was a good one! That was a good one! Super. That's how we roll. Everyone alright? Yes. Все нормально? Да, нормально. Percival, we've neutralized the threat on our side. Отлично, вы устранили угрозу. Это очень хорошо. А дабы удалось поймать одного из полукровок, я вас понял. Выдвигаемся. Как вы думаете, тут альфач умрет или нет? А, сэр, что нам с ним сделать? Отправьте его в катакомбы, мы с ним разберемся. А, Перциваль! Как поживает ваше всея высочество? Говорят, что это непонятно на английском. А, как вы думаете, вот это интересно для вас будет? Представляете, какой это интерес для вас? Что это такое? Браслет, что-то написано. Я не знаю, что написано, графон слишком плохой. Мне кажется, это добег. Возможно, это изменит ваше представление о том, что происходит. Это же браслет, точно изменит представление. Да расскажите, дед. Сначала повстанцы, а потом Джек. Джек вот и его банда. А потом вот это, вот, смотрите, что происходит. Не странно ли, что все вот так вот происходит, что вот этот регион, эпицентр вот таких вот, вот таких штуковин и браслет, понимаете, это просто ужасно. Хорошо, мы встретимся через два дня, обсудим вашу догадку, вы наверняка, да, имеете, ваше мнение имеет право на существование. Хорошо, сэр, спасибо. Да, простите, мы потом поговорим о браслете, конечно же. Ну что, где ты был? О, господи, тут пробки в Лондоне, пробки, одни лошади, туда-сюда, я просто в пробке стоял, и все ржут, и лошади ржут, и... Что ты говоришь по-французски? Я очень рад, что вы вышли французский, но все-таки браслет, и звоните о браслете, через два дня обязательно поговорим о браслете, да. Что-то здесь исходится, вот этот браслет и повстанцы, и... Что-то здесь происходит. Да, это меня тоже беспокоит. А откуда же эти демоны в Лондоне? Не важно, сейчас пусть это расследует полиция, они бы мы свое дело сделали. Да, конечно. Персональ прав. Да, нужно доложить консулу. И про браслет не забыть рассказать, да. Браслет это да. Может, браслет добавить? Centuries have passed. Века прошли. Our order has remained steadfast in its sacred mission. Орден был всегда верен своей миссии уничтожать полукровок. Гербода Грейнджер тоже никто не сбил. И Кинг Артур уже создал этот орден. И пусть его имя всегда во славу чего-то там расходатывая. Он что, напился, что ли? Нет, не напился. Он всегда такой. Сегодня баланс нарушен. Сегодня у нас новый враг, новая угроза повстанцы. И до тех пор, пока эта кампания террора и анархии правит на улицах Лондона, наша миссия будет жить. И бла-бла-бла, что-то говорят иностранно. Здравствуй, Бэмикс. Но мы, конечно, должны защищать наших граждан. Когда уважаемый Кинг Артур играл в Люциуса, или это какой-то другой опера из какого-то другого фильма. Не сомневайся в короле Артуре. Он четко поставил миссию, которую вы должны выполнять. Я напоминаю вам, те, кто служит Ордену. Что мы должны
Попытайтесь ошибись держаться друг за друга и жертвовать всем, чтобы спасти человечество. И русских субтитров не будет, я повторяю, русских субтитров не будет. Кинг Артур был против русских субтитров. В дебаде, призываю вас к дебадию. Персиваль has cause, Lord Chancellor. The situation in Whitechapel may need to be addressed. А знаете, та ситуация в Whitechapel, которая произошла, эти ребелы, восстанцы и монстры, вы должны подумать над этим, и над браслетом тоже, да. Lord Hastings, Lord Dunglass. Lord Hastings, Lord Dunglass. Lord Chancellor. Да, Lord Chancellor. Perhaps the question should be put to the. Возможно, мы должны адресовать вопрос канцлеру Германии, о, Меркель. Very well. Хорошо, возможно, мы обратимся к Меркель. Кто хочет обратиться к Меркель? Ну, скажите мне. Кто скажет? Давайте. Да или нет? Да, да. Отлично. Единогласно решили обратиться к канцлеру Меркель. Она тогда поможет. Какой-то у нас странное сообщество. Мне кажется, здесь все куплено. Соблюдай осторожность, потом поговорим. You should learn it is best not to cross him when his mind is set on something. Ты что будет думаешь делать? Ты думаешь, точно не будет противоречить ему, если он решил, то решил, зачем вмешиваться? Меркель так Меркель. Jesus, that was a very hard challenge to translate, but I succeeded. Мы справились. Это было сложно перевести, но мы справились. Это заседание круглого стола. Ну, в общем, этот орден создал Кинг Артур. Король Артур. На нас напали. What you say? I say it's awesome game. I love it. Welcome C41. High five. Welcome, buddy. Don't be shy to drop a line on Twitch. Because we do bilingual here. And we can teach you Russian language, comrade. And this is the new game, The Order 1880. But father, what if Percival is right? Which has been just released on PlayStation 4. Нойзер, привет. Я узнал этого негодяя, пишет Кей. Какого? Канцлера? Томкер, привет. Как будто выпуск новостей посмотрел. Давайте не будем о политике. I have a more pressing matter to attend. Слушай, у меня тут есть одна задачка для тебя. Ну, как скажете. Я писать захотел опять. I've heard many great things about the Agamemnon, Lord Hastings. She is the finest United India Company has ever built. I can promise you a pleasant and speedy journey across the Atlantic. Кто-то в Америку отправляется или мы expect your presence at the launch? А зачем? Зачем вам в Америку? Ну там новый iPhone вышел, я хотел бы купить новый iPhone. О, слушай, я тоже хочу новый iPhone. Это какой, 6++++? Да. Только нельзя никому об этом говорить. Если мы расскажем всем, все поедут в Америку, купят айфоны. Твой отец не хотел бы, чтобы все купили айфоны. Мы должны быть уникальны. Мы должны быть единственными, у кого был бы, должен быть iPhone. You think an incursion into a rebel stronghold is reasonable? I consider it an acceptable risk. One for which you'd be willing to accept full responsibility should unforeseen circumstances arise. Let what befalls be upon my head, no one else's. Yes, and this is a PlayStation 4. Whitechapel remains open. Hey! That is officially. You have my thanks, Sir Lucan. Слушай, еще же можно и iPad купить. Слушай, об этом я не подумал. iPad. As the night commander wishes. Хорошо, решено, едем в Америку завтра. Well, we're going in. Most excellent. English friends, English speaking friends on Twitch, do you hear the in-game conversation? You're not talking about Whitechapel. But your brother sought fit to permit us a reconnaissance. Твой отец хочет купить iPhone 6++. Isabel, a word. А дальше шутку я не придумал, поэтому додумайте сами. What is a marquee? Sir Lucan and Lady Egraine were adopted by him, yes? Yes, they were. Why would he bring them into such struggle? Perhaps he wanted to regain a semblance. I don't know. Why would he bring him into such struggle? The choice was theirs to make.
You shouldn't have joined the order then. I would not wish this life on my children. Marquis, we need to hurry. Oui, mon général, avec plaisir. Oh, oui, mon général. Господи, как мне нравится французский. Раньше он мне не нравился, а сейчас он мне нравится. Tarik Saad, I don't get what you're saying. Sorry. Please speak English, Anbich. I've never known a better man. Still, I shall rely on you to be a, call it a sobering influence. Sebastian and I have long been partners. I trust him with my life. Ты знаешь, мы с Себастьяном давно дружим, я доверяю ему свою жизнь. Слушай, но все равно ты... Do you look after my sister? Ты... Won't you? Ты это... No man in the realm can keep Isabel. Ты будь осторожен с Себастьяном, да, и присмотри за моей сестрой, не правда ли? Ты присмотришь за моей сестрой? Да, присмотри за твоей сестрой, хорошо, она очень хороша. Да, мне тоже нравится, я присмотрю за твоей сестрой. Спасибо, 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 до встречи. Always at your service, Sir Galahad. This way, please. Tesla. Tesla. Oh, is that a Nikola Tesla? That was English. Thank you. That was English. Was it? No, that was not English, comrades. Сюжет. Обмазались уже сюжетом. The plot. All over my face. We've got Tesla, Nikola Tesla. Do you know what he has invented? A Tesla gun. Да не ори так. Ну что ж, я не виноват, что у меня такой микрофон. Твое здоровье. Аматол. Кстати, прекрасная группа Аматол. Она когда-то была на разогреве у группы Prodigy, которые выступали в Москве. Аматол. The Аматол. Можете погуглить. Представляете, на разогреве у Prodigy. Да, я ходил на этот концерт, он был крутой. Марин, что ты грустишь? Не грусти, все будет хорошо. Она вернется, не переживай. Они всех так. Я ухожу, ты мне больше не нужен. Я забираю свои вещи. What new developments do you а потом такой, я тебя люблю, Quite она возвращается. A few intriguing things, if I may say so. Главное не врать. Тесла? Николай Тесла. Ну, признайся, давай, я вижу, что ты хочешь сказать мне. Какие-то новости появились? А полиция инвестигирует, расследует. On the United India Company's front doorstep, what do you make of it? Mayfair isn't what it used to be. Че? What? I'm sorry, I didn't get it. Ну, предположим, он сказал, у тебя классные усы, спасибо, я каждый день бреюсь, бритвой и жилет. Permit me to oversee a few of my. Позволь мне продемонстрировать тебе новое оборудование. Я тут экспериментирую постоянно. Так что можешь протестировать все, что угодно. Да, будь осторожен, будь осторожен. О, господи, у моей руки. О, my hand is... Jesus, there's no hand. Here's it. Here's the hand. Brofist. Cartman, bro. Это, знаете, как агент 777? И... Нет, не 77, 077. 007, точно, агент 007. Он такой приходит, а там такой доктор... Здравствуйте, Бонд. Он такой, нет, я не Бонд, я Джеймс Бонд. И он такой, ну, зацените, вот, что я, собственно, подготовил для вас. И он такой, и как это работает? Ну, вот эта вот бутылка, которая уничтожает врага. И как это? Ну, вы подходите сзади, ударяете по голове, и он падает, и... Не очень удачная шутка, но ну ладно. Признайся, что ты там бьешь? У меня просто хорошее настроение, я не пью. В общем, прискорбно. Осознавать, что вы думаете, что я здесь пью. Ладно. Окей, what is that thing? Well, это достаточно старинная вещь. Интересно. Да, как бы я мог подумать, что это древняя рация? Сейчас-то мы используем айфоны в нашем 1886 году. А вот это вообще, это прошлый век, 1723 год. В самом деле, намотали проволоку. Как мы этим пользуемся? Jesus. Old school. Хорошо, здесь эксперименты. Я веду себя... Хорошо веду себя и... Я пришел в себя. Чё? That's enough. Вот достаточно. Калибровка до 20.
О чем они говорят, эти ученые? Try again now, same distance. А давай попробуй. Попробуй так. Может быть, вот так вот лучше. Ребят, можно я использую вашу пушку? Давай, еще на полмиллиметра. Еще на пол шишечки. Ты идешь в прайм тайм, не знаю. Я боюсь. А я боюсь Валеева. Он какашка. iPhone стимпанк версия. Вы знаете, я очень люблю стимпанк направление. Я бы с удовольствием себе такой iPhone приобрел. Gauss gun. Мне кажется. I think that's a Gauss gun. And you know, from Fallout games, I love that weaponry. Так, записка какая-то у нас здесь. What's that? All gibberish to me. No, it's not the gibberish, it's some kind of a generator. Он опишем. Ну, усатый сказал, что ничего не понимает, но я думаю, что это генератор. Сир Галахад! Сир Галахад! Где ты? Где тогда я тебя найду? Сейчас, ну, сначала... А, нет, это айфон древний. Да. Yes! Yes, sir. Tell me more. Please, this way. Пожалуйста, за мной. Ну. What's that? Something you may find interesting. Это, кажется, мне кажется, это представит, это для вас будет интересно. Это крутая штука! Ада, короче, это... Ада, видимо, это генератор, миди-генератор, который вас зарядит. Да. Как это должно работать? How does that work? Does it electrify me? Там трансмиттер, инвертер, репитер, уникальный дизайн от Apple, сумочка в подарок, всего лишь за 699 евро и 99 центов. Я думаю, вам чуть пригодится, попробуйте. Крутая штука. Вы должны присоединить это сюда, вот это сюда, потом нажать вот эту кнопочку. Дрическая сила L3R3. Is this some kind of a generator? Did I get it right? Это зарядка для шестого айфона, на самом деле. Псай, привет, рад тебя видеть. Как твой... L3? Чё ты орёшь так? Чё ты орёшь? Не ори. What is L3 and what is R3? I don't have such buttons here. I have R1, R2, and L1, L2. Ну давайте нажмем, хорошо. It must be precisely aligned. Что? Стик. А, стик. А, that's a stick! See, guys, this is left 3, L3, and this is right 3, analog. Если бы я знал, что такое аналог, но теперь я знаю, что это аналог. This is the analog. Sorry, I'm too newbie at this thing. I never used this one. It's the first time in 4 months that I used my PlayStation 4. На обе сиськи нажми. Вот так бы сразу сказали. На обе сиськи нажми. Что значит гуф? Мы не гуф. Нет. Мы в эфире. Если будете говорить гуф, я буду вас банить. Та-дам! Перфекто. Эзэ? It can be a bit difficult. Возможно, это будет покажется для вас сложным, но вы справитесь, в конце концов. Что мне делать-то с этой штукой? You gotta be kidding me! How... Одна сюда, вниз, это слишком сложно. О, oh, that's way too hard! That's way too hard! Не, извини, sorry, I can't do that. Сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбургский! Да, только такой человек мог изобрести это устройство. Чего мне с ним делать? Lock the moving mercury between the needles. Middle one.
Нужно нажать и держать. You should press and hold. Never cease to amaze, Nicola. Слушай, Никола, такой штуки я в жизни не видел. Очень интересная игра. Да, я это очень интересно, это новинка. Это хит сезона просто. А вот я хочу вам еще кое-что показать, смотрите. Смотрите, какая красавица. Господи, SX-84. Стаперская винтовка, это впечатляет. Это впечатляет, у меня аж встал, да. Я так возбужден, я очень люблю оружие. А да, с позиции того, чтобы убивать врага на дальних расстояниях. То да, спасибо, капитан, я знаю, что для чего снайперская винтовка, слушай, да, чтобы убивать, да, не в упор явно, да. Да, слушайте, какой прицел, смотрите, длинный. Слушай, это, наверное, минимум на 10 километров. Inspect over the object. I love guns. Ecstasy. Зарядим. Ох, как ты это делаешь? Сделай так еще раз. Красавчики. Good shot. Отличный выстрел. Мосинка. Ну так. Ну там, я за дозу посадил, нужно отполировать, как это называется, вот то, что ты под мышку кладешь, как это называется? Давайте, эксперта, как ты называешь? Дэн, ты когда успокоишься, когда закончу стрим, тогда я успокоюсь, а что? Кто-то потек. Это я просто в туалет хочу. Nicely balanced. Отличная балансировка. Лучше. Your skills never cease to amaze me. Ваш скилл, он для просто приклад. Нет, это не приклад. Что тут где? Что вы мне говорите? Приклад. Какой приклад? Подмышечник. Это подмышечник. Вы вставляете в подмышку. Это значит подмышечник. Подмышечник. Все. Recoil is sharp. Отдача, конечно, сильна, сильна. Да. Good shot. Отличный выстрел. Сколько можно стрелять, а? Сейчас дырку в стене уже сделаю. Nicely balanced. Отличная балансировка, да. Главное, когда вы стреляете из такого вида вооружения, не прикладывать близко к глазу, потому что отдача, recoil, it's gonna make a mark on your eye if you press it really closely to your eye. Don't do that. It's a newbie thing, I know that. Don't do that. R3 нажми. Now, shake that.